Детали жестокого убийства 19-летней Аяжан Едиловой сегодня озвучили полицейские Алматы. Сотрудники криминальной полиции установили, что преступление подозреваемый совершил в ночь с 19 на 20 марта. По его признанию, между ними произошла ссора, после чего 28-летний мужчина убил девушку и расчленил тело. Часть останков он вывез за пределы района, в котором проживал, и спрятал в мусорных баках. Другие части тела остались в квартире. Их обнаружили полицейские при задержании подозреваемого. Он полностью признал свою вину. Напомню, 19 марта в 9 часов вечера после работы Аяжан поехала к нему домой в микрорайон Нуркент. И живой оттуда уже не вышла. В тот же день ее стали искать друзья и родственники. А позже сообщили в полицию об ее исчезновении. Сейчас по факту убийства заведено уголовное дело и назначены судмедэкспертизы. При попытке задержания он попытался покончить жизнь самоубийством. Нанес себе телесное повреждение, однако эта попытка не увенчалась успехом. Мы вызвали медиков, он был госпитализирован в 7-ю горбольницу, выставлен конвой из бойцов спецподразделения. Сейчас, как известно, он уже переведен в палату, конвой по-прежнему, охрана усиленная. Был санкционирован его арест, содержание под стражей заочно, и он будет переведен после выздоровления в следственный изолятор.